Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Субботнее утро. Школьники спешат на уроки, но на входе 14-й школы Кызыла стоят судебные приставы и никого не впускают в здание. Пока дети пытаются разобраться, в чем дело, внутри здания проходит процедура опечатывания всех кабинетов. По первоначальной версии, которая сразу распространилась в социальных сетях, школа была признана аварийной. В межрайонном отделе судебных приставов города Кызыла по реализации особо важных исполнительных производств было возбуждено исполнительное производство немедленного характера для того, чтобы прекратить доступ в 14-ю школу города Кызыла учащихся и иных лиц. Судебными приставами группой был произведен выезд. На месте были опечатаны кабинеты в классы, двери в классы, все они были опечатаны. Далее судебные приставы предупредили должностное лицо, это руководство школы, о том, что если будут люди проходить, то в отношении них будет составлен протокол об административном правонарушении. Напомним, что в Кызыле после заявления в прокуратуру приостановлена работа школы номер 14. Поскольку прокуратура обязана проверить факт аварийности, было подано заявление в суд о принятии мер в виде запрета на пребывание людей в здании. В результате до выяснения всех обстоятельств и проверок Верховный суд Республики вынес определение о приостановлении деятельности школы, чтобы провести необходимые проверки, то есть разобраться, находится ли школа в аварийном состоянии. Единственное, что хочется сказать по этой школе, по 14-й, история давняя, мы помним все землетрясения. И, конечно же, сразу после землетрясения были приняты все меры по безопасности. Проведены были укрепляющие там ремонтные работы. И вот уже смотрите, сколько времени прошло. Но я хочу сказать, изначально поставили так называемые маячки, которые фиксируют любое малейшее изменение в конструкции. И вот сегодня констатирую факт, и это не мое заключение специалистов, которые говорят, что никаких изменений маячки не фиксируют. Но мы обязаны подчиниться судебным решениям о закрытии для того, чтобы вот эту экспертизу провести, сказать, аварийная школа или нет. Очень жалко, что до конца учебного года это решение было принято. Сейчас осталось-то всего 24 дня учебных. Теперь учителям, школьникам и их родителям остается ждать проверки, после которой будет вынесено решение, действительно ли школа находится в аварийном состоянии. Родительское собрание провели, объяснили ситуацию, что дети будут размещены, и пришлось их действительно расформировать и вот по классам, по параллелям. Мы их приютили, но можно даже говорить, что это третья смена. Но не вошли, конечно, наши дети в школы города, поэтому пришлось просить наши подведомственные техникумы. Это строительный техникум, это политехнический техникум и автодорожный, транспортный. Но факт остается фактом. Определение Верховного суда региона пока еще не судебное решение. Это лишь обеспечительная временная мера. Суд по иску прокурора состоится 11 апреля. В этот же день, 6 апреля, глава Тувы встретился с министром освещения Ольгой Васильевой. Вопросы встречи – увеличение объема средств на строительство новых школ в Кызыле. Перспектива какая? Во-первых, к 1 сентября мы обязательство такое себе взяли. На Ангарском откроется еще одна большая школа. Вы можете проехать, посмотреть. Идет стройка активно на 825 мест. И желающие дети из 14-й школы, и из других школ могут, кто поближе живет к этой школе, могут туда записаться с завтрашнего дня. Это первая перспектива. Вторая перспектива – это здесь рядом так называемый Шанхайский район. Вот там запланирована школа, и она стоит первой в ряду стройки нашей на 825 мест. То есть совсем в двух шагах рядом будет строиться школа. Когда будет строиться школа, вот это все зависит от
подписано нами соглашение, которое будут подписывать все регионы Российской Федерации с Минпросом на следующий этап. Да, где-то в мае, в июне месяце. Пленарное заседание Общественной палаты Тувы состоялось 5 апреля в Центре традиционной тувинской культуры и ремесел. Основной вопрос принятия доклада председателя Общественной палаты Чимит Даржу Андара о состоянии гражданского общества в республике. В 2018 году большой упор мы делали на самостоятельное проявление активности самими членами Общественной палаты. Это было очень важно. Повышение информированности общественности о деятельности палаты. Вся деятельность палаты была направлена на объединение сил общественности, на созидательный лад, разрешение назревших вопросов нашей республики. Заместитель председателя Эльвира Лифанова остановилась на вопросе развития некоммерческих общественных организаций в регионе и их взаимодействию с органами исполнительной власти Тувы. Принять важнейший для НКО документ об имущественной поддержке. Что это значит? Это значит, что скоро некоммерческие общественные организации, которые работают не менее 5 лет, смогут уже получить свой дом, ну, по крайней мере, или безвозмездное пользование помещениями, в том числе земельные участки, или на льготных условиях. Правда, в дальнейшем и очень серьезную работу сейчас должно провести Министерство земельных и имущественных отношений, а также муниципалитет, потому что даже на федеральном уровне пока не сформирован реестр свободный от третьих лиц имущества. Поэтому работа еще предстоит огромная. Доклад был принят членами палаты с дополнениями. Кроме того, на заседании был избран новый представитель Тувы в Общественную палату Российской Федерации. Роман Тасол сложил свои полномочия, и теперь Туву будет представлять Каракыс Аракча. Сегодня в Кызыле начнется подготовительная работа для начала ремонта улицы Кузнецова. Как сообщает пресс-служба мэрии, контракт на ремонт заключен с подрядной организацией производственным кооперативом ДСТ. Отмечается, что первоначально по формальным требованиям федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» численность города должна превышать 250 тысяч человек. Ни один из населенных пунктов в республике в него не попадал. Правительство региона провело большую работу, отстояв включение в этом году Кызыла. В настоящее время заключается муниципальный контракт на улице Горная, Механизации, Оржика, Лапсанчапа, Мостовой и Салчак-Тока. По остальным 6 – Чургуёла, Титова, маршрута следования автобусного маршрута номер 13, Крылова, Кочетова, Комсомольской ведется процедура торгов. Напомним, что при определении наиболее требующих ремонта дорог учитываются наказы избирателей и опросы населения, которые проводятся на сайте убитых дорог. В 2017 году в них печальные первые места удерживали Ангарский бульвар, Ровенская и Кузнецова. За прошедшее время удалось отремонтировать Ангарский бульвар и Ровенскую. В минувшие дни сотрудники министерств и ведомств республики отметили Всемирный день здоровья восхождением на гору Дуге. Отмечается, что для службы ГОЧС республики спортивные выходные не в новинку. Спасатели вот уже на протяжении 2 лет практически всем составом проводят восхождение на священную гору. Все больше охватывает работников министерств и ведомств пятничная традиция восхождения на гору Дуге. Так, наряду со службой ГОЧС в преддверии прошлых выходных закончили рабочую неделю красиво и здорово врачи республиканского центра медпрофилактики и специалисту государственного заповедника Упсунурская котловина. Управление гражданской защиты как основной костяк деятельности службы ГОЧС региона обеспечило участникам восхождения теплый прием на финише. Семьи с 2 и более детьми теперь могут оформить льготную ипотеку под 6% на весь срок действия кредита. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает издательство «Российская газета». Программа льготной ипотеки стартовала в начале прошлого года. Право на нее получили семьи, в которых второй или последующий ребенок появился после 1 января прошлого года. Купить в кредит можно только новое жилье. В первоначальном варианте закона льготная ставка действовала лишь 3 года с момента взятия
условия кредита. Дополнительно 5 лет ей можно было пользоваться, если в течение 3 лет с момента оформления льготного кредита в семье появился еще один малыш. Таким образом, максимальный срок действия льготной ставки составлял 8 лет. Так как после окончания этого периода субсидирование прекращалось, предложение оказалось не в полной мере востребовано людьми, говорится в пояснении к документу. Подписанный документ позволяет семьям пользоваться льготной ставкой в 6% весь срок действия кредита. Также в постановлении отмечается, что теперь заемщикам, имеющие рефинансированные кредиты, разрешается переоформить их еще раз. И о курсах валют на сегодня. Доллар составляет 65 рублей 41 копейку, евро 73 рубля 44 копейки. Для тех, кто любит водные процедуры. Для тех, кто любит уход за собой. Для тех, кто сам себе спа-салон. Магазин «Химтоп» – товары для красоты. Натуральные, органические, безопасные. Айона Курсиди, 103/2. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В Туве дорожные полицейские задержали водителя, скрывшегося с места ДТП. В минувшие дни на трассе Кызыл-Эрзин произошел наезд на пешехода, который на месте скончался от полученных травм. А сам водитель даже не удосужился посмотреть, что с пешеходом, сбежал с места ДТП. Сразу после происшествия машина ориентировки предположительно серой иномарки разлетелись по всей республике. Так, во время проверки одного из крестьянско-фермерских хозяйств полицейские обнаружили Toyota Corona с разбитым лобовым стеклом и зеркалами. Установлено, что в момент ДТП машины управлял 43-летний мужчина. Во время допроса задержанный признал свою вину. Сотрудниками полиции установлено, что в октябре 2016 года данный мужчина был подвергнут административному наказанию за пьяную езду. Решением мирового судьи он был лишен водительских прав на 18 месяцев. В настоящее время гражданин задержан. По факту дорожно-транспортного происшествия следователям возбуждено уголовное дело оставление в опасности и нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека. В Туве назвали победителей конкурсов «Воспитатель года» и «Учитель года». В этом году республиканский конкурс «Воспитатель года Республики Тыва» проводится 10-й раз. Это год для нас юбилейный. Хочу сказать, что учредителями данного конкурса, как и всех конкурсов профмастерства в нашей республике, является Министерство образования и науки Республики Тыва. Конкурс «Воспитатель года» взял патронаж профсоюз образования, потому что ровно 10 лет назад Общероссийский профсоюз образования вышел с инициативой поддержать работников дошкольного образования и на уровне всероссийском, федеральном, проводить такие же конкурсы. Финальным аккордом регионального конкурса «Воспитатель года» стало ток-шоу «Профессиональный разговор», который провела председатель Союза журналистов Тувы Эльвира Лифанова. Глядя на вас и слушая ваши ответы, понимая вашу позицию, мне кажется, что у нас вырастет непотерянное поколение, потому что все-таки большую часть времени дети этого возраста проводят как раз с вами. Для начала воспитатели рассказали, как и что их привело к этой профессии. Коллега посоветовала попробовать себя в садике. Но я сначала боялась, как с детьми я найду общий язык. Так а в школе разве не дети? Ну, а там повзрослее, там поэтому возрастные особенности есть. Поэтому пришла в садик, попробовала и всем сердцем полюбила свою работу. Спасибо. Далее участники конкурса обсудили актуальные вопросы системы дошкольного образования в современном этапе. Этот конкурс для меня огромный обмен опытом. Я столько подчерпнула для себя нового, интересного. Я прямо зажглась, вы знаете, я встряхнулась. Вот у меня столько идей в голове, столько планов на будущее. В общем, я горю, я зажглась. Отметим, что за звание «Воспитатель года» в Туве боролись 24 педагога дошкольного образования. Обладателем звания «Воспитатель года 2019» стал педагог высшей категории, воспитатель детского сада «Аленушка» села Кызылмажалык Барнукемчикского района Алдынай Хамушку. С
Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы и займ-карту в любой момент. Просто по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! «Отличные наличные». Займы до зарплаты. По республике переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду, местами порывы до 14 метров. В Кызыле переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от минус 3 до минус 5 градусов, днем от плюс 11 до плюс 13 градусов.